осенние каникулы и появилось свободное время. Сейчас я с собой взял самокат, став. Сейчас я покажу, какой став я взял. Такой баллон One Take красного цвета. Два вот таких крепа для него. Дальше я взял вот такой вот клин К55 маркер. Еще я взял вот такой вот Super Flow. Вот такой вот Grok Squeezer. 6 стикеров. Вот такой вот. Вот такой вот. Такой. Такой. И такой. И еще взял вот такую вот заправу. Сейчас я это все сложу. Я сейчас поеду на скейт-площадку. Ребята, к сожалению, я не успела доснять видео до конца.
из-за того, что на улице стало холодно, и дубак. Я заправил такой вот маркер Superflow. Посмотрел, как он тегает. Лично мне понравилось. Ну и раз такое дело, я вам покажу пару своих скетчей. Так, сейчас найду что-нибудь интересненькое. Вот такой скетч прикольный. Сейчас еще найду. Вот такой скетч. Это, смотрите, в этом скетче очень много разных тегов. Так, сейчас еще подойдите. Вот такой скетч. Прикольный тоже. Так, вот этот скетч мне еще понравился. Здесь тоже похожий, только фиолетовый. Мне, кстати, фиолетовый больше нравится. И сейчас. И вот такой скетч недавно нарисовал. Этот очень прикольный. Ну ладно, ребята. С вами был я, Слэм. Всем удачи и всем пока!